вторую посылку и посмотрим. А это у нас, ребята, воу-воу-воу-воу. Короче, это у нас, как вы видите, это у нас кроватки. Кроватки, блин, смотрите, как классно. Они пришли вот в такой вот рейке, в специальном боксе, короче. Это Deep 8. И тут еще должны быть еще, подождите. О, что за залет? Неужели их разными посылками отправили? Короче, я заказывал себе Deep 8 и Deep 16. Ну, давайте достанем, посмотрим поближе, что там нам прислали наши китайские друзья. Ну, выглядит на вид довольно... А, подождите, вот, я не туда смотрю. Вот, это как раз Deep 16 и Deep 8. Ну, давайте посмотрим поближе. Ну, вроде так сделано довольно качественно. Простите за видео, за мои ногти необрезанные. Ну, давайте возьмем какую-нибудь микрушечку сейчас и попробуем ее туда всадить, как она станет. Вот тут у меня есть где-то МЕшки 555. Сейчас мы попробуем ее туда вонзить. Блять, с погнутыми лапками. Блин, садится охеренно плотно. Я до этого заказывал у другого продавца, и туда как-то микрухи, ну, слишком свободно вставлялись. А здесь все очень плотно. Блин, надо будет еще этих кроваток заказать. Это охеренно просто. Смотрите, какая заглушечка модная, блин. Вообще просто крутецкая. Смотрите. Чинь. И все. И ничего не выпадает. Вообще ништяк, ребята. Так, ну здесь, к сожалению, заглушечку нам не положили почему-то. Пожопили, наверное. Может, это дефицит, не знаю. И есть у меня еще как раз Deep 8. Ну что, вполне себе достойно выглядит за эти деньги. И я думаю, что также она себя достойно и поведет. Ну, давайте попробуем засадить туда нашу НЕшечку. Так. Берем. Блин. Просто вообще охеренно садится все. Все просто супер четко, супер конкретно. И еще раз говорю, что садится очень плотно. А это просто замечательно. Это то, что нужно. Это значит, хороший контакт нам обеспечен.